Вот, не знаю. Если видел видео там у Милки, у нас... Шо такое, друзья? Ну, короче, шо мы, куда мы завалились? Рассказывай. Мы пришли в ботанический сад с Сашей, вот. А еще у нас будет сегодня фотосессия. Ну, давай, короче, сам смонтировать, я запишу, все, да? Нравится, да, так? Ну, нет экранчика, блин, неудобно. Засел, короче, пусечку свою в ботанический сад, в котором давно хотел очень побывать. Ни разу тут не был, вот впервые 4 пришел. Года он хотел тут побывать, да. И ни разу не ходил. Да, 4 потому года. Потому что он ждал меня. Да. Хотел с каким-то необычным человеком сюда прийти, и вот впервые завалился с Настюхой сюда. А, вот так вот еще, короче, Настя любит делать так. Вам нравится? Не нравится. Твоя красавица. Как... О, мой, как же... На телефончике. Тебе хорошо, но тебе хорошо. Мне так хорошо. Тебе удобно? Приехали мы уже с Сашей на почтовую площадь, туда сейчас будет фотосессия, ждем девочку-фотографа и будем фотографироваться. Вот, так что всем приятного просмотра. Проходят съемки. Я тоже на диете, поэтому тоже не знаю ничего такого кушать. Мы все уже фотографировались, уже тут нельзя снимать. Так. Идем кушать. Все, очень сильно голодная. А вот подожди, тумат, подожди, подожди. Собрали тебя в лоне. Саша не вырезает, Саша не вырезает. Нет, Саша вырезает, смотри, что это. Смотри, видеоблогеры собрались, все камеры, во, все. Я представляю, что в доме будет. А, что уже? А вы как стало тебе? Тебе не надо. Видишь, я прав. Тебе не надо. Видишь, я прав. О, эу, эу, охранник, эу, кариоты. Я увидел и кушаю. Подожди, охранник. Да, бля, дура, куда ты пошла? Что он не исполняет, блин? Она просто дура, она просто не понимает. Кучеря. Дура, она просто. Кучеря. Если ты видел видео там у Милки, у на трансляциях у Антона, бла-бла-бла, типа начинаешь что-то такое, это не нельзя, Саша, кушать. Да, вот сейчас бы типа Алину в своих видосах видеть, чтобы... Та-дам! Что там? Нельзя. Не можно, не можно. Ребят, я уже дома, день выдался действительно очень хороший, мне понравилось.
Вот, говорю, пришла домой. И смотрите, что это? Что это такое? Мне нельзя. Я ж на диете. И тут пирог с рыбой, то, что я люблю. И как вот тут просто вот быть на диете? Никак. Вот все, что мне можно. Вот это. Ну не, пирог. Наверное, я чуть-чуть попробую, и все. Приятного аппетита. Ярик, ты меня ждал? Ярик, ты меня ждал? Ждал меня мой котик. Ты что?